О, здорово, Влад. Да прям так, чё. Да, блин, пластик, да? Задел-то всё-таки. Ну, заебись. И не надо париться, у тебя вообще, я смотрю, ты номер-то снял. А нахуй нужен для кого? Ну да, для кого он нужен? Для камер, чтобы с деньги нас побирали. Это вообще, братан, камера стоит на. Ага. Не выдержала душа, блин. Подъехал, у нее повернул. Ну вот правильно, правильно. Я тоже так делаю, я тоже так люблю делать. Правильно. Че, как мотик-то? Так-то вообще все ништяк. Цепочку не подтягивай, что-то у тебя цепочка больно висит. Смотри, у тебя цепка-то как прям это. Тебе надо подтянуть ее. Да ну если что, на обратном пути к тебе заедем, что это, подтянем. Да нет, конечно, ты что, там провис должен быть до 5 сантиметров, от 3 до 5. Пойда так-то похуй, бля, вообще. Не, ну владелец так-то бережет мотоцикл. Он свыше 9 тысяч, говорит, не крутит его. Как я ему и говорил, свыше 9 не крути движок. Нихера себе здесь дороги. Опа! Но ездит он довольно-таки быстро. Я даже не смотрю, блин, на скорость-то. Не, я стараюсь в городе ездить помедленнее, чем на машине. Все-таки, блин, говорится, много тех людей, кто может тебя не заметить. Раньше, да, когда я только мотоцикл купил, да, отжигал. А сейчас не, пацаны. Сейчас не. Сейчас я уже, ребят, старый для этого. Наверное. Но это не точно. Вот, потихонечку. Зачем рисковать? У меня видюха, короче, есть. Я на Каве еду. А там вот, вот где десятка стоит, там стоит какой-то Ниссанчик какой-то. Я хуярю прям зеркало, зеркало в зеркало, бля. Бах, нахуй, ёб. Пиздец, бля. Да, братан, братан, все нормалючек. Окей. Есть вот это, ребят, это видюха. Но я, конечно, не выкладываю его. Там слишком жестко так получилось. Потому что меня абориген подрезал какой-то, блин, вообще жесть. Прикольное место, пацаны. А здесь еще прикольней. А лето начинается, ребята. Ништяк. Стояли, пообщались, короче. Все, ништяк. Мотик, говорит, устраивает его так-то. Особенно по расходу топлива. Ну, по расходу, пацаны, он устраивал и меня. Я, блин, на пятихаточку мог... Вернее, не на пятихаточку, на полный бак бензина мог столько проехать, бля. А на литре я, пацаны, нихера не проезжаю. Вот сейчас полный бак залил. На сколько? Ну на 200, по-моему, хватает неполного бака. А то даже 150. Это при учете, как я ездил.
Так вот, пацаны, вечереет у нас, закатик такой. Да, ну на колени явно тупит. Там кто? Просто жесть. Не-не-не, ребят, вот если я вижу, да, вот если вы видите, что водитель на нихуя, как там скользко, какой там гравий, блядь, а? Ебанулся нахуй. Ебать, чуть не ебнулся, блядь, пиздец нахуй. Я хуею, блядь, дорогу сделали, блядь. Залили ее этим, блядь, бетоном, а сверху щебнем посыпает. Нахера вы ее посыпаете щебнем? На ней же можно ушататься, ёптик. Вот отморозки, а.